Казахстанцы надеются, что системные реформы главы государства принесут реальные результаты. Они поддерживают президента и ожидают, что в ближайшем будущем не станет социального неравенства, повысится качество жизни, медицины и образования. Жители страны признаются, что январские события стали для всех хорошим уроком. Фундамент нового Казахстана в первую очередь – сплоченность. Год ребенка, вот это детей, вот этот я поддерживаю. Борьба с коррупцией – это очень сложный момент. Это надо, знаете что, надо с рождения начинать. Если раньше понятие было «ят палат тыган», совесть. Вот эту совесть надо пробуждать у каждого. Пока это не пробуждает, это ничего не получится у нас. Всегда родители надеются, что будущее моих детей, внуков и правнуков будет светлым. Поэтому думаю, что, конечно, жесткость нужна в некоторых вопросах. Многие, конечно, есть довольны, есть недовольны, но руководство делает хорошие шаги, думаю. Многие поддерживают нашего президента, и я в том числе.